Друзья, всем привет! Мы едем в Костко. Сейчас поедем, сейчас Вова пересядет. Поедем в Костко. Мы просто пока работали и сейчас едем. Освобождаем багажник. Сегодня будет бесплатная закупка в Костко. Помните, я рассказывала, у нас пришел чек почти на $500. 496, по-моему, долларов. И мы сегодня идем продлить нашу карту за $120 и на оставшиеся деньги сделать бесплатную закупочку в Костко. То есть сегодня мы, по сути, не тратим никакие деньги, только по вот этому чеку. Чек, напомню, это возврат, поэтому, конечно же, это не бесплатная закупка, это наши деньги, но сегодня мы, по крайней мере, не картой рассчитываемся, не наличкой, а вот по вот этой вот бумажке. Сейчас я еще раз ее покажу, сейчас я пересяду. Мы, кстати, на нашей плазе, возле нашего бывшего дома, приехали сюда. Сейчас освобождаем багажник, у нас просто там полный багажник. Поехали. Папа настаивает на мытье машины. Ну, мы быстренько. Он не может ездить на агро... Ты видел, сейчас покрышка отлетела? Сейчас вот увидела, вспомнила. Видел, да? Вообще, да, сейчас просто раз такая машина остановится, и впереди колесо такое. Да-да-да, и едут три ряда, скоростная трасса, представляете? И вот машина отлетает, покрышка вообще просто. Я смотрю, все начинает резко тормозить. Я обычно такое, только видеоролики смотришь в интернете. А я что-то забыла, я сейчас вот увидела нашу покрышку и вспомнила. Блин, я думаю, фига себе, блин. Реально, как из фильма. У нас уже почти обед, дети дома, Лиза еще дома, в общем, все дома. Не знаю, может быть, они сейчас бассейн уже укатили. Да, мы хотим сегодня барбекю устроить. Да, купим мясо. Ну и что там у меня по списку еще запланировано. Поехали. Мы заехали на моечку. Тут стоит пара, натирает. Он натирает машину, моет шваброй, она натирает бампер. Я говорю, я так не пойду. Даже не косись, говорю на нее. Он говорит, ну естественно. Я говорю, что горно так. Я даже не выйду из машины. Видите, как в Америке надо работать. И муж, и жена работают вместе одинаково. Я вот знаете, что подумала? Судя по тому, как она натирает скрупулезно каждую там муху, это для оттирка для бекоразов, для всяких. Судя по тому, как она оттирает каждую бекоразину так тщательно-тщательно, и как на отвале он, я делаю вывод, что это ее машина. Просто вот и все. Это ее машина, а он просто помогает. Это я так отмазку для себя придумала. Видишь, как в Америке надо работать, папа, наравне. Да. Да. К тебе вопрос. А что мне-то? Это просто, судя по тому, как она отмывает каждого бекоразину, знаешь, это, по-моему, ее машина. А он просто помогает. Что вряд ли-то, это ее машина, ты посмотри, она до сих пор, ты вот, мы приехали, они терли, ты уже оттер, она до сих пор трет, понимаешь, свою машину, это ее машина, потому что это ее машина, ты не понимаешь. А ты свою не трешь, ничего я... не трешь, какая разница. Ну у меня же ты что есть, тебе, а зачем я замужем-то? У него, я не у понимаю. Нее тоже есть, он, но он просто... Ну вот она не рассчитала, видишь? И так же навьючена, и что? А я все рассчитала, видишь, как правильно. Поэтому она натирает, а я нет, я сижу. Итак, у нас мойка машины стоит $10 или изменилось все? 10, но я плачу вот дороже. Почему ты платишь дороже? Я плачу 17, потому что я хочу, чтобы она у меня сразу еще и протерла. А, ты, в смысле протерла? А мы же ветра дует, это тоже он же там входит. Нет, там есть протирка. А, в общем, у нас сейчас будет VIP. Можно $35 заплатить ежемесячно, но там не будет, да, типа тебе протерли, да, это будет нет, такое на отвали, да, наверное? Нет, на 35. Нет, будет? А как, вот ты сейчас же экстра заплатил, ну, значит, в эти 35 просто. Не будет это входить, скорее всего, это 100%. Да там сказано, какой план у тебя, там написано, какой план ты можешь выбрать. Ну, скорее всего, самый простой, самый обычный. Нет. А потом вон там еще и пылесосить. Ну, поехали быстренько, сейчас отмоемся. Thank you.
Итак, друзья, мы приехали в Костко. Че, плохо? Вовка уже задолбался. Будет мне душнить все видео. Да? Мы в Костко. Поживем, увидим. Как будет себя вести. Да-да, он мне прошлый раз Walmart весь испортил. Ладно, надеюсь, Костка не испортит. Выходим. Все ключи от джипа. Давай, выходим. На выход. Сегодня воскресенье, довольно многолюдненько. Воскресенье. День рождения у тебя. Так, ладно. Это кто поет? Кто это? Чай вдвоем. Точно. А я что-то вспомнила почему-то Николаева. Тоже что-то с днем рождения связано. Ну что, пойдемте пробираться сквозь толпы. Так, друзья, вот такой чек, напомню, почти 500 баксов. Итак, мы на кассе, продлеваем карту, вот эту вот, у меня вот такая, и получаем кэш. Ребята, капец, сколько народу, просто огонь вообще. Мы решили поесть, короче, пробираемся через вот эти вот толпы. Ребята, столько народу, просто огонь. В общем, мы решили поесть, особенно папу покормить. Я, ладно, переживу, а папа нет. Так, короче, мы купили, не успела я показать, на 15 долларов. Вот, да. Купили из чикена пирожок, попробуем, газировку и сэндвич. Газировки две взял? Они же не входят туда. Я одну взял, нам хватит. А ты будешь со мной? Еще одну покупай тогда, ты же чай свой пьешь. Давай еще одну соду возьмем, 69 центов, давай. Блин. Давай. Что такое? Так, ребята, ну что, мы наконец-то сели. А вот такой холодный, да, опять? Так, папу надо покормить. Вкусный, но очень вкусный. И да. Тебе надо покормить, что это и меня, я, кстати, не завтракал. Видите, лучше ходить. Ребята, вы посмотрите. Понятно, все знают, что... Да, понятно. Да, еще что удобно, знаете, мы сидим, мы тележку не взяли. Смотрите, тут же ее надо где-то ставить, оставлять. Смотрите, я впервые взяла вот такой вот пирожок, я не думала, что он такой большой. Это chicken bake называется, в общем, пирожок с... курицей. И я так понимаю, с сыром, видимо, он. Это я знаю, это очень. Я пробовала. А ты можешь оттуда из меня вытащить лук и себе туда засунуть? И я тогда буду есть. Я пока вот это попробую. Ребята, какой красавчик, а? Это сыр сверху. А, я разрезала, смотрите, какой он красавчик. Сыр, видимо, и курица. Я достал тебе лук. Достал? Спасибо тебе. Приятного. Так, ребят, мы поели. Ребята, это просто огонь. Я пирожок не доела, просто я ела этот дурацкий холодный сэндвич. Но вообще, ребята, это очень вкусно. Там курица, там бекон и сыр. И очень вкусное тесто. Так, уже картошка. Там бекон, кто свинину не ест, нельзя. Там бекончик, да. Там написано есть... курица и не написано, что там бекон. Не-не, там точно... да, написано курица, но написано chicken bake. Да, там дальше... В общем, я в восторге. Еще на обратном пути купим Леве хот-доги, а девочкам вот эти пирожки. Так, что папа нас тут привлекает? Скидочки нас привлекают, но пока слушай, нам я ничего вот думал, не я думал, девочкам купить телевизор, комнату, блин, может, повесить. Сейчас же мы не будем телевизор покупать, Лов. Почему нет? Телевизор нам в спальню надо, девочкам надо. Здесь вот пойдем вот сюда, пока. Такие тоненькие, смотрите. Офигеть. Да я про то, что они такие тонкие сейчас вообще просто. Вот такой им повесить прям. Ага, как у Лёвы. Да? У Лёвы, по-моему, такой же, нет? Да, типа того, по-моему. Ну, это... 359. Нормально. Ну, им большие не надо, у них комната небольшая. Зачем им большая? Да, тонкий. Какой-то, 270. Да, ему не надо дорогой какой-то. Слушай, у нас первый телевизор до сих пор, он, по-моему, работает, да? Да. Но 270 там, долларов. Здесь, чтобы были все эти YouTube, ну, Netflix. Им надо, чтобы у них были все эти Netflix, да, и, в принципе, ну, все. Можно вот такой вот взять. Да, ну не сейчас же, Вов, мы будем брать по-моему, телевизор. Вот такой я Леве и брал, кстати. Или такой, не помню. Угу. Вот такой, по-моему, брал. Ну, да. Вон 259. Нам мешают. 269, 259, 179. Ну, думаю, не пошли. Да, он небольшой. Ну, типа как большой монитор. Маловато. Ну его и можно использовать. 202. А можно как монитор там? Здесь уже побольше. Ну вот 379 тоже хороший. Дорогоценности, часики. Смотрите, какой полувоз не идет. А, какой прохим.
Что? Что, машинка? Она давно стоит, да. А там два человека в нее влазят. И... Так, один. Нет, один. Нет, она на двоих. А, да? Да. Но она для маленьких задниц. Сюда наши уже не войдут. Да то есть либо две нужна, маленькие, либо одна здоровая жопа войдет. Да нафиг она нужна, Вов. Пойдем мы туда в Крисмас. Так, бери нашу тележку, пойдем. Мы с тобой пошли в телевизоре и пропустили. Либо одна здоровая жопа, кто правильно это сказал? Какие маленькие? Вот. А, ну вот, либо двоих, либо вот, я прямо угадал. Ты прямо угадал, да. Что либо две маленькие, либо две здоровые жопы. Вот, как бы все работает. 6 плюс. $250 стоит. Да. Так, у нас с тобой подарки нас ждут еще. Ой. Ты видел, я тебе присылала фотку Бронко, его, кстати, купили. Ну да, разобрали. Здесь был прям Бронко. Я Вовке тут сфоткала, прислала, он говорит, блин, классно. А у нас вот эти часы уже есть. Да, часы у нас есть. О, кстати, они со скидкой. Монополия, Костка. Мы молодцы, конечно, да. Можно было $10 сэкономить, мы по 40 брали. Монополия, кстати, да, тоже хорошая идея, тоже под елочку, да. Ну, монополию они эту раздербанили. Они эту раздербанили, да. Я все хотел научить их играть, чтобы мы вместе все поиграли. Они играли, с Машей, с Левой они играли. Сейчас они играют, у них другие игры, сейчас у них эти карты. О, Volkswagen, нифига себе, баги. Машинка. Реальный Volkswagen. Ты видел, у нас у соседей два мини-бронка стоит детских? Да. Классно, они в гараже поставили два таких же бронка, как у нас, только детские, вот такие же, вот, с такими сиденьями, и прям бронка, прям, прям от бронка. Музыку включать, видишь, тут USB, слот, все. Классно. Господи, какие маленькие сидушки. Так, пойдем. О, мой самокат стоит. Он все ждет меня. Никак не дождется. Смотрите, какой крутой. Вообще, мне так нравится. Страшно. Мне и цвет нравится, как вы понимаете. Какое кресло значит? Кресло? А у тебя есть кресло. Теперь мне надо кресло и стол. Вот это бомба, конечно. О, да. Да? О, оно еще это назад? О, классно. Это мне надо такое. Очень классно. Ты сидишь на жердочке все время. Да. Третий год на жердочке. Я сейчас уже 4. Сейчас, кстати, эти мои задачи. Старые. Это раньше у нас такие были эти. Да, 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 даже я такие помню. А что с ними делать? $80. 200 играть, плюс да? Игры, да, это игры. А вот, посмотри, ты видел автомат? Ну, это old school. Настоящий old school. $600 зачем? Это Pac-Man, это старый. Да, ну люди. Ну да. Сейчас мы подожди пропустим. Так, это у нас что? Это у нас очки. Почти $400. Стул классный. Очки у нас есть. Очки у нас есть, да. Вот это я хочу купить, конечно. Кого? Пианино? Детям, чтобы они могли. Это прям когда будут жить отдельно, пожалуйста, не в моем доме, можно мне по мозгам не играть. Зачем? Он наушники одевает, человек сам играет. Объезжай, не играет, даже не слышит. А, наушниках? А, о, это хорошая идея. Наушники, ладно, я согласна. Вот такой коврик, возьми, выкинем его, повесим и все. Нет, мне нужен коврик нам под дверь, Вова, не побольше, со вот стороны дома. Дверь, со дома. Стороны дома. Нет, нет, такой маленький, нет, нет. Масик разберет нет, нет, все равно. Нет, нет, мне нужен большой и не новогодний. Лампочки, видел, какие красивые? Ты, кстати, давно тут не был, пойдем покажу тебе, какие есть красивые. Сосульки вот классные, сверху, снаружи дома, смотри, как они красиво да, смотрятся. Дома можно повесить. Они прям красиво смотрятся, да? Видишь, прям на картинку смотри, да, над дверью, над окном. Так, а я вот за этой гирляндой шла. Я хочу ее, знаешь, куда? Вот такую вот. Вот она. Ну, мы пока воздержимся. Попозже, думаешь? Рано да, еще, да? Она, кстати, дальше. Будет со скидкой, я думаю, потом, да. Может быть, возьмем. Я хочу ее положить на остров. На остров. И в серединке поставить свечи. У нас свечей полно. Так, Вовик, подожди, я сразу возьму эти конфетки. О, и вот такие тоже. Ой, они со скидкой, ребята. Смотрите, были $10, сегодня $7.99. Супер. Это хорошо. Я взяла тамблероны и мини, да, но мне в школу надо. Вот. Я взяла уже. А, взял. Ну, можешь вторую взять, да. Они со скидкой, смотри, с какой. Угу. Так, и пойдем на вон ту сторону. Пойдем, мне снеговичков посмотреть хочу. Давай. Пойдем, пойдем. Так, надо вот. Брать новые. Кого? Ну, вино. Венок? У нас нормальный венок. Так, вот у нас же есть вроде. Я очень хочу вот таких снеговиков.
Тоже, в принципе, не к спеху, конечно. Можно и подождать, когда на них и скидка будет. Вот 50 долларов можно такой взять. Венок? Ну, красивый. Ну, вот этот мне нравится. А мне и этот нравится. Ну, мне вот красный нравится, когда он поярче. Яркий, да. Слушай, у нас вроде такой же. У нас есть вообще вино какое-то да. новогоднее, да? Что-то да, брали мы же покупали, да. Не надо, пока не бери. Смотри. Смотрите, какие красивые елочки. 40 долларов. Несколько елок. Какой-то какой old style. Какая прям. Да, да, я бы такие не взяла. Какой красивый домик. Я уже его показывала как-то. 100 долларов, цена на него не изменилась. Очень красивый просто. Эти елки стоят очень дорого. Но она и видно, она не сыпется. Она не сыпется, она крутая. Просто пока елку развернешь, завернешь там. Посмотри, я тебе сказала, 500 долларов она стоит. Там мужчина просто вез, она 600. Ну, там, по-моему, подешевле, она поменьше. Это очень большая, высокая такая. Это дорогая очень. Это очень дорогая елка, да. Но она, ты знаешь, она прям стрёмная. Ну, выглядит она прям стрёмно как-то. Но она такая, знаете, на века. Взял один раз на всю жизнь. Еще и детям по наследству, и внукам передал. Вот, да, 500, да, с налогом она будет, да, почти 500. Вот она поменьше. Вот такую вот он вез. Так, ну что, мне нужен коврик, Вова. Я прям вот коврик, мне прям основное сегодня нужно выбрать и купить. Я надеюсь, мне какой-нибудь понравится. Смотрите, стол, 300 долларов. Помните, мы на 100 долларов меньше он стоил, мы возвращали. Так, Вов, игрушки. Вот такой набор нормальный, какой классный, а? Ну, знаешь, я на него смотрела, но нам тут половины не надо. Ну, там есть вот маленький и большой. Большой стоит, смотри, 20 долларов. Ну, вот, а смотри. Вот хороший, 64. Маленькие, средние. Вот это вот, такие. Смотри, это 40, да? А, 40 стоит 80. Они одинаковые. А, 45? А, со скидками. Ну, не, ну, нафиг нужен был. Нет, я бы вот отдельные пилушечки какие-нибудь взяла потом, но 45. Вот этот весь набор нам не нужен. А с тарелок там вагон 40. Просто. Тем более они у нас все квадратные, понял, и этот почему? У нас не подойдет. А, никак. Вот что это. Вот это стоит, но это у нас есть. Столовые приборы прям. Этого у нас тоже навалом. Бокалы, посуда. У нас все это есть. Перед праздниками все выставили. Так, все, нам здесь пока ничего не надо, Вова. Кастрюли, сковород. Во, какая красивая, белая. Она мне подходит под наш интерьер. Под нашу кухню. Но мне такая не надо. Да, о, пойдем коврик. Он, по-моему, он на той стороне. Ой, я ж тебе здесь кофту купила. Я тебе забыла показать и сказать. Кофту? Потом покажу, да. На утренние проводы детей в школу, когда прохладно. У меня есть две кофты. У меня есть. У тебя нет кофты, ты просто не в курсе. У тебя нет кофт. New Balance 37. О, смотри, какие чемпион. Классные штанишки какие. Мужские. Круто. Такие классные этикетки, смотрите, спереди. И сзади можно посмотреть, как они выглядят. Крутые, в прошлый раз не было, кстати. А вот тоненькие. Потоньше. Так, Вовик, коврики пойдем. Штанишки там. Такие себе можно сделать даже. Пойдем шорты тебе посмотрим. Пойдем. И шорты зима на дворе. Не-не-не, шорты здесь не надо. Я зима на дворе. Да не надо их мерить, я сейчас на глаз определю. Ух ты, смотрите, ребята. Костка. Кофта, костка. А зачем кофта-костка, я вот думаю. Ну, классная по качеству, худи офигенная просто. А по качеству вот такая, о, прикольно. А, они еще черные есть. Ты видел? Кофта-костка. А, да, это одеялко. Смотрите, какой у меня. О, боже, как это. Прелесть, прелестно. Есть светлые, есть темные. Светло-серый, темно-серый. Какое прикольное одеялко. И вот, вот эти вот, я давно на них смотрю, на вот эти вот пледики, мне нравятся они очень, очень они приятные. Так, коврики вот такие есть, но нам надо другой. Так, Вов, подожди, не уходи далеко. Унитаз добрый. Унитаз, ого. 1200 баксов, да. Ну, так это навороченный унитаз. Какой еще и со скидкой. Навороченный. Самый обыкновенный. Ну, ты знаешь, он лучше смотрится, его мыть удобно. Я первым делом смотрю на вот это. Вот это меня так бесит вообще. У нас в Москве все подвесные были, и здесь я их все намываю, а их 3 штуки. А вот этот легко помыть, удобно. И седло какое, смотрите, удобное. Ой. Да, вот коврики, да? О, вон а что. Там какой-то движок у него. Я что? Понял. Нет, это не они. Я под дверью, во. Ты хочешь обычный, я хочу, который это, уличный. Масик разрывает его за ночь, за одну ночь. Нет, на балконе же не разорвал.
Ну, если что, сейчас вернемся этот. Если что, ты прав, можно купить и такой. Но подожди, сначала мы... Он херачит коврик просто с капулей. Так, Вовик идет, плачет, что у него носки закончились. Да каждую неделю они у меня заканчиваются. Куда их девает? Купил носки. Покупай себе пачку носков, можно их не трогать. Видишь, молодец какой. Так, пойдем на поиски коврика. Смотри, какие подушки есть. Да, здесь нет коврика. Я уже ранее здесь слева полы, справа. Они там слева или справа будут. Пойдем, дойдем до конца, посмотрим. Я хочу дойти, потому что здесь только маленькие и такие комнатные ковры. А давай уличные, они куда-то перестали. Ковер большой, он все равно такие. Сейчас может быть возьмем. Какой, вот этот, который сейчас смотрели? Да, 49 долларов. Да, сейчас, скорее всего, мы так и сделаем. Ребята, пока ходим, смотрите, что я нашла. Я вам заодно могу показать, какой будет кому-то Маше. Вот это вот, как это называется, бьюти-столик. И вот такой будет у девчонок стоять. Вот именно вот этот вот. Я его приглядела еще на сайте. Здесь все есть. Видите, разделителей сколько много. Ящичков много. Все сюда можно ставить. Смотрите, заряжать можно все подряд. А, это вот такой большой просто ящик. Супер вообще, ребята. Я Машке показала, она вообще в восторге осталась. Ага, вон как. Круто. В общем, сюда можно складывать все подряд. Сюда полкомнаты можно сложить. Это, знаете, от какого бренда? От бренда стол, от стола. И вот это зеркало, оно с подсветкой. О, видите? Оно с подсветкой. Можно все заряжать, все складывать. Зарядники, как на столе. И главное, зеркало с подсветкой. Ага, ярче, видите? О, еще ярче. Можно такой интим. Можно поярче. Супер вообще, ребят. И вот сюда вот подставочка iPad. Смотреть. Просто огонь, ребята. Просто огонь. Я вот первый раз его вижу, чтобы потрогать, но на сайте я его весь уже попересмотрела, отзывы поперечитала. Цена у него... Кстати, ребята, у него минус $100. Я думала, он 600 стоит, а сейчас он 500 стоит. Блин. Мы сегодня, конечно, не собирались ничего тратить. И видите, что еще удобно? У него стекло. Вот это вот как на столе. Видите, у него стекло. Хорошо, я его раньше не купила. Ну, хотя, если бы я его раньше купила, $100 мы бы сейчас вернули просто и все. Но здесь можно его не ждать, когда тебе привезут, а взять сразу. Но Вовчик сейчас будет ругаться, скажет, да нет, да не надо. И он довольно такой небольшой, не широкий. И мы, кстати, с Машкой уже замеряли, что размер прям идеально подходит ей. Комнату мы уже прям все замерили, на сайте Костка есть все с замерами. Класс. И вот такая вот коробочка. Да, Вовик явно не понесет. Он кто-то уже купил тумбу целую. Супер стол, ребята, супер. Впервые я его здесь вижу. Вова сказал, фиг вам, пока спальню не купим. А, вот они, ковры. Блин, они как-то так раскидались. Я не знаю, раньше они все в одном месте стояли, а сейчас они вот большие сюда поставили, маленькие там стоят. Уличные вообще хрен пойми где. Кстати, тоже со скидкой, смотрите. Куда они дели уличные? Просто вау, ребят, просто вау. Я бы от такого стола в 18 лет уписилась бы просто от восторга. Я тогда еще все это страшно любила и сидела часами, еще мулевалась. С тобой так классно ходить. Пойдем. Носки папе купили. Ему больше ничего не надо. Он поел, носки куплены, все, больше ему ничего. Ой, кстати, у Вовки новый чехол, смотрите. Он, кстати, очень доволен. Он вчера сказал, Лена, просто огонь, ты лучшая жена. Это самый лучший подарок. Это и вообще правда. Спасибо тебе, любимая. Да. О, подожди. Подожди. Мне в лаундре нужен такой коврик. Подожди, Вовик, стой, я сейчас выберу. Да пофиг, мне нужен такой коврик, Вова, который не... Во, вот такой длинный. Вот, подожди. Не-не-не-не-не, с кухни надо. Во, все, супер, вот он. Вот такой вот длинненький. У меня на кухне он более квадратный. $15. Я, кстати, за ним и ехала в том числе. О, прикольно как, смотри. Ага, не зря мы туда. Кубочки, ребята. Смотрите, то, что нужно прям. Мне жарить гриль, чтобы не это. А, да, ты обжигаешь. Это всегда. Это KitchenAid. А здесь много, кстати, это продают. Это все KitchenAid стоит, смотри, $17. Эти набор. Тоже KitchenAid. Ну, ты потрогай, Лен, ты потрогай. Во-первых, она не скрыть, потрогай просто. О-о-о.
Так, чем-то заинтересовали уже, хорошо. Смотрите, какие полотенечки. Какие клевые! Это Christmas полотенечки, мне цвет нравится. Ну, Christmas пройдет, и что с ними делать? Есть зеленые, синие, красные, тоже Christmas. Это вообще все Christmas. Очень классные какие, ребята, такого качества классные. Да, просто вау, вау, вау. Но они не все Christmas, они только вот эти со снежинками, а там в центре и вот самые обыкновенные стоят, лежат. Взять, что ли? Это не то, это у нас вот такое вот в лаундре стоит. Да нет, куда они дели уличные? Ой, какой классненький. Уличные, не могу найти ковры. Так, а есть вот такие вот черные, серые. Возьму, я прям не удержусь. Полотенечки, вот, смотри. Тут Christmas только одно, остальные нормальные. Нет, два. Два Christmas, остальные просто обычные, нормальные. Так, папе все равно пофиг. Так, подожди, может, я другой какой-нибудь посветлее возьму? Или такой нормально темненький? Есть вот такой посветлее. Или вот этот лучше. На этом будет видно коцки сильные. Если коты будут там когти точить, на нем будет сильнее видны коцки. Он более такой однородный. Вот, нет, лучше вот все-таки вот, который я взяла. Вот этот вот. Да. Пожалуй, да. Ладно, может, мне ковры еще попадутся. Но Вова сказал, что если что, возьмем, он сейчас тот пойдем возьмем. А если попадутся, то поменяем. Смотрите, какие шкурки. Вова, какая прелесть. Кто это? Это одеяло? А, о, Вовка. Мы еще, конечно, спальню не купили, но я нашла уже, что мы положим туда. Окей. Смотрите, как выглядят две наволочки и вот такое одеяло. Просто классно. Вов, серьезно, подойди, потрогай. Просто подойди, я потрогай. Я знаю. Нет, ты не знаешь, надо потрогать. Есть Queen, есть... А, нет, King другие. Другие, ну тоже, кстати, такие приятные ребята. Тоже вот Queen, King. А у нас будет King. У нас будет точно King. У нас матрас уже King просто, поэтому кровать тоже будет King. Боже, какая прелесть. Ребята, это просто огонь. Это огнище просто. Блин, King. А King есть? Они в сумках. Вот, смотрите, серый. Есть серый. Ага, о, нам под ковролин подходит. Серый. А, это тоже Queen. Где написано? Это на них где-то написано. Короче, вот так вот. А, вот Queen. Они все Queen. А, вот King. Смотрите, вот он King есть. Есть, ребята, есть. И серый. Блин, Вовка, давай возьмем, а. Они потом их не будет, Вов. Очень крутой. Мне расцветка очень нравится. Просто огонь. Ребят, $75. И размер King. Вовка, иди сюда, посмотри, три этих наволочки, как декоративные, и вот такое одеялко. Взяла, короче. Как хорошо, когда муж сытый, ребята. Хорошо одной закупаться без мужа, и хорошо сначала мужа покормить перед закупкой. А вот это внутри, вот это вот снаружи, вот он такой, а вот это вот внутри. И он и там, вот видите, вот это внутри, он и там очень приятный. Да, все, поехали, папа. Так, ну что, ребят, я пришла за ковриком. А, у них сегодня скидка $50 был. 70, $20 скидка, это хорошая скидка, надо брать. Потом, если что, найдем лучше, поменяем просто. Мне вот эта расцветка нравится очень. И вот эта, кстати, мне нравится. На какой грязь не будет видно? На обеих будет грязь не видно, кроме вот этого. Так, ну что? Этот какой-то он синий. А, не, синий нет. Подождите. А вот этот? Вот это синий? Это понятно? Вот такой, наверное. Так, и где он? Кто из них? А, вон он, вон он, вон он. Ага. Да, вот он серый, кстати. И вот он, господи, что я лезу туда. Вот же он. Вот он, вот он, вот он. По-моему, отличная расцветочка. Но он как обычный коврик идет. Но у нас, знаете, у нас грязи-то особо нету на улице. Поэтому пропылесосил и нормально. Он, конечно, светленький, но вот это синий мне не надо. Я категорически против синего у нас вот в этой гостиной зоне. У меня там будет серый и желтый. Они одинаковые же, да? Да, одинаковые, просто разной стороной повернули. Да, мне нравится. В принципе, на нем ни грязь, ничего не видно. Берем, ребята? Берем.
А вот и папа подошел. Вот этот. Только вот не этот. Светлый. Вот этот. Нет, вот этот. Вот этот синий. Синий точно нет. Темный. В гостиной нет. Ты понимаешь, что это будет посмотри, у нас ровно через неделю? Посмотри, он серый и со светлым. Он под пол идеально просто. Ничего с ним не будет. Через неделю вообще ничего не будет. Будет он... обосрано, насрано. Да, ничего там не обосрано, не насрано. Ну, проходит давай, туда-сюда. Вов, $20 скидка, круто. Давай, я вот понимаю, это. Вот этот. Нет, вот, давай, синий он, нет, синий нет. Да, он будет синий. Смотреться серым, отсвечено, темная не надо. Там сторона. Синий не надо, Вов, давай вот этот вот. Лен, ну это же будет грязное все. Но у нас туда-сюда 7 человек выходит, есть... заходит. Ну, Вов, ну он прям синий, он меня прям подбешивает. Он синий, он понимаешь? Будет, да ради бога, просто давай, вот да. это будет грязное. Не, все, давай, берем. Это все, ну кто белый в коридор не будет, приходит, не будет, он берет. У нас до сих пор туда, наш тот сюда. Не грязный. Давай, тот не грязный еще. Отлично. Да, у нас грязный, он уже грязный. Не, Вов, синий нет, вообще никак нет. Ну, кто берет все, супер, он нам приходит. Под пол. Вообще, Лена, это прям мы сейчас, утопия. Если, кстати, найдем уличные, мы его все равно поменяем, скорее всего, на другой. Но пока этот берем. Поехали пока, покатаемся с этим. Он белый. Он вообще не белый, он белый. Серого цвета, хорошо. Просто серого. Просто. Будет более серый просто. Из светло-серый в темно-серый превратится. Да ладно, у нас грязи почти нет. Винище нам надо? Конечно. Мы же на барбекю приехали закупаться. И, там блин, все, походу, нету этих ковров уличных. Ну, либо они куда-то их заныкали. Давай, возьмем кривитосы, возьмем, хочешь ли кривитосы? Только давай не вот эти более дорогие. Пойдем заморозки возьмем и все. Это заморозка. Нет, это не. Ну, это такая заморозка, более дорогая. Почему? А какая есть? Что, более дешевая, что ли? Да, вон там, в холодильниках. Там дешевле гораздо, они стоят. $20, куда тебе еще дешевле? $20. А это за пакет? За пакет. Да, точно. Куда тебе еще дешевле? Хитрый, дешевле хитрый, только хвосты от креветок. Давай без шкуры найдем. Не, без шкуры... Не знаю. Пошли без шкуры найдем. Так, ребята, какая-то распродажа винограда. Ну, не распродажа, а просто они выложили не в той морозилке, как обычно, а вот так. А, возьмем вот такой. Гранаты, ребята, кому интересно. Вот такие давайте вот красотульки, попробуем. Смотрите. 21,29 за всю коробку. А, и, ребята, вот такой взяла, попробовала, очень вкусный тоже. Так, я очень-очень быстро забежала за кукурузой в морозилку. И, ребята, пока искала клубнику, клубника не понравилась, хочу взять груши. Их ем только я. Такие вот небольшие, отличные. Да. Так, друзья, я убежала без тележки, покажу, что купила. У меня Орео, все руки были заняты. Взяла Pirate's Booty, пока вниз положу, как всегда. Ну, там нам в школу просто еще нужны на Хэллоуин какие-нибудь угощения. Взяла вот такие чипсы. Лёвой разговаривала, попросил чипсы, взяла папе, не знаю где он, если скажет берем, то берем вот эти печеньки вот эти всякие, взяла вот такие вот печенья, которые тоже в ланчбоксы, и что я забыла, сейчас мне нужно хлеб купить, и что-то еще, помидоры, ребят, шикарные помидорки, мне нужны вот такие, какие красотульки, это новая упаковка. Так, я взяла хлеб и прибежала за картошкой. Что, я без тележки хожу, бегаю, но мне как-то с ней не очень удобно ходить. Вовки нету, она уже довольно тяжелая. Я так без нее бегаю. Угу. Так, ребята, быстренько тоже пробежала, взяла. Вова вот эти вот мне закинул сюда ягненка, и я взяла себе вот такое вот мясо для минимум жира за $37. Так, Вова снова с нами, друзья. Так, что ты взял? Где оно? А, вот такие свои жирные кусочки. Ну, хотя они у него есть еще, но размораживать. Так, $45. Берем колу. Креветки будем брать или нет? Ну, давай уже тогда не будем, потому что... Давай, мяса много, давай, не надо. Я кола не знаю, 17,69. Я бы, конечно, вечером я лучше поел бы креветок с белым вином. Кстати, мы вина не взяли вообще. Ни белого, ни красного, да? Да, надо а что ж ты пойдем, ходишь вернемся. Там, разговариваешь? Блин, что, все, молоко, яйца, да, все. Давай, молоко, угу, яйца, давай. Так, Вовик убежал в морозилку, я туда не пошла, смотрите, все со скидочками, продается вот OxyClean, вот эти вот таблетки тоже со скидкой, ой, я вот смотрю, вот везде такие вот ценники со скидочками, я уже там не пойду ходить, мне там ничего не надо, мне в принципе все абсолютно есть, так, молоко, яйца, угу. Вниз, люди выбирают молоко. Выбирают?
выбираю. Из вот этих вот галлонов? Я эти груши взяла, их никто не ест. Я ем, только я ем, я себе и взяла. Вова, у меня сейчас это, от конденсата, это в школу, и там что-нибудь в школу просто пойдешь, чтобы у меня было все сухое, пожалуйста. Люди выбирают молоко. Они а что его выбирают? Вот так вот, да, выбирают. Вот туда тянется. Как хотел сказать, это самое свежее вы нашли. Причем там одной даты они все стоят. Он пачку кока-колы доставать из-под низу, вот так вот эти две отодвинуть, вот. Слушай, а многие так делают, зря ты так смеешься, многие так реально делают. Шиза косит людей. Ну, ладно, когда ты выбираешь овощи, я согласен, там могут быть... Да, с овощами, да, такое бывает, да. Но когда ты выбираешь молоко, упаковку, блин. Ну, там реально палет одной даты стоит, да, из одного палета брать дальние, это странно. С таким видом выбирает, так хотелось сказать, блядь, ну ты кретин. Так, ладно, все, простите, так, давай, да. Берем вино. Бип-бип. Так, тебя вроде покормили, пап. Ну да, ну просто я стою, мне молока взять, почти я раз подошел, взял. А он стоит, и он, ну а там палето большое, и вот он, вы знаешь, вот. Вот я сейчас то же самое могу делать, знаете, такие. Оттуда доставать, да. Ой, еще подальше. И вот так еще. Так, ладно, сейчас про тебя помогает. Думаешь, что ты дебил. Не, ну, пойдем, это... ладно, давай. Берем тележку, едем, покупаем вино. Что нам еще надо? Креветки не берем, да? Или пойдем брать? Смотри, ну, как смотри, хочешь. О, креветки, Миоми, возьми, пожалуйста. Либо креветки делаем, либо... Либо мясо, я мясо точно. Ну, тогда давайте мясо. Давайте все мясо, Вов. Если я сейчас буду за парень сделать и отдельно каждому. Не надо, ты задолбаешься, будешь душнить, поэтому нет. Давай, пап, берем красное, все едим мясо. Короче, что едят родители, то едят и дети. Давай, берем красненькое. Белое берем тоже? А, тоже берем. Коробочку берем, папа, коробочку. Да, берем. Да. Я, кстати, от бренда Коска, кстати, очень вкусная шардоне, мне она нравится. Какая-то Франция, кстати, стоит. Вот это ничего, Ла Крема. Шарли де Буа. Ну, Вов, ну давай Санте, без вот, выделывания, ну, пожалуйста. Вот, смотри, Ла Крема классная. Боль. Да? Здравствуй, головная боль. Ну, не это. У меня, наверное. $10. Вот это Сансер, посмотрим. Должно быть неплохое. Но окей, попробуй. И давай, знаешь, что возьмем? Вот она, вот это мне нравится, ребят, 7,99. И реально оно вкусное. Шардоне. А, это сколько? 13,5. Ну, мне вот это реально нравится. 13,5. 13,5? Да. Убери, Настя. Нет, я его пью. Что, убери, я же себе беру. Нет, это мне, папа, это мне. Вон на той стороне, по-моему, твое стоит. Нет, я просто хочу посмотреть какое-нибудь легенькое такое, типа Пино Гриджо. Так, можно даже взять такую большую. Но мне не надо. Мне не надо. Вот, ребят, я обыскалась. Думаю, где мое просекко? Вот это, но я хочу взять вот это. Очень оно мне нравится, очень оно вкусное. 11,79. А вот это вот 7,99 от бренда Коска. Вот это тоже вкусное, но вот это просто вообще огонь. Очень мне нравится оно. Есть, смотрите, розовое 7,99. Это розе. Ну, сейчас все, конечно, под Новый год. Розе. Я не люблю розе. Я уже как-то рассказывала. У меня Вова любит. Он не успел им травануться, я успела. Ну, не травануться, я его перепила как-то давно во Франции. Мы в Провансе отдыхали, и я просто на всю жизнь, по-моему, им напилась. Так, где теперь Вовчик? А вон он. Так, и последний. Все, пойдем, Вов. У меня все. Да? Ой, какая красота. Там я, кстати, тоже проходила, но мы новогоднее потом уже попозже тоже походим по полкам, покажем. Сколько здесь новогоднего всего появляется. Очень красиво. Там и эти пряники разрисовывать. А, смотрите, эти френч. Так, они... Иду. 6,99. Шоколадная. Это они. А, да, я здесь. Окей, вот эти нет. Нет. Вот эти вкусные. Те уже брали не раз. Они как раз, вот как ты говоришь, горчат. А вот эти нет. Вот эти, мы любим просто вот эти блинчики с нутеллой. Вот этот вот коврик, ты взяла просто маску точить. Это коврик. Я причем взяла в Ландри. Тупо, короче, мне нужен коврик, который не будет ерзать. Ну, и вот такой мягкий. Я в Ландри провожу очень много времени. Да, его. Ты понимаешь, что там все время кошки, и как бы силы ну, должна что? Либо убирать. Либо... Ну прекрасно, меньше об диван. Нога появилась, ребят. Ну-ка, припаркуйся. Папа, мы на проходе просто стоим. Смотрите, какие крутые штанишки. Вовка, смотри, какие крутые штаны. Давай мы тебе все-таки купим шорты, а, Вов? Смотри, какая крутая. Здесь очень классные шорты, Вов.
Ну и что, будем брать новую? Не знаю, мне кажется, рановато. У нас прошу-то пока есть, Вов. И знаете, что в прошлом году их было две. Когда поехали? А, вот такая была и итальянская, это испанская нога. Индивидор, так она и стоит. Столько же, они одинаково стоят, да. И, скорее всего, появится еще итальянская. Итальянская долларов на 50, по-моему, была дороже. То ли 150, да, она стоила итальянская. А что нам не взять, то нам взять. Ну, хочешь, давай возьмем. Да, мы тогда вываливаемся. Ладно, за бесплатную закупку. Ну все тогда, да? А у нас там, кстати, так чуть-чуть мы вывалились. Все равно так и так вывалились немножко. Мы же карту еще купили за 120 баксов. Потом мы так и так вывалились. Но ноги будут еще долго, можем попозже взять. Они только начали, итальянскую еще не выложили. И у нас есть прошуты, я тебе говорила, помнишь? Я купила же в прошлый раз. Ох, почти никого нет. Зашли, главное, столько народу было. И вообще в Костко ходишь, прям еле-еле там разъезжаешься. Я просто не везде снимаю, где народ. И прям очень много народа, а на кассах-то мало. Так, ну что, вот такая вот у нас тележечка. Ой, ребят, не сняла. Вот что Вовчик взял. Пиногриджи Калифорния от бренда Костко. Подожди. Ага. А, ребят, смотрите, мы вышли. Люди сдают цветы. Засохшие цветы просто люди сдают. Так, я еще сбегала за коробочкой. Цветы завяли? Цветы завяли. Купили букетик. Не по гарантии. Купили букетик. Постоял у них, порадовал глаз, завяли, все, сдано обратно. Так, в общем, мы вышли. А, у нас получилось на... Давай мне чек, я покажу. Вроде я все показала, да. Короче, ребята, у нас закупка оказалась на $513. И доплатили мы еще $156. Как Вова сейчас говорит, скидка 30%. 70%. 70%. Примерно. Бесплатно примерно, да. А, и вот так вот, в общем, получилось на 500 чем-то. Сколько я сказала? 513 с налогом, 532, налог 19,99. Но здесь налог на много всего. На сладко. А, я еще купила, вон там у меня пакетики, вот эти вот пирожки. Два пирожка девчонкам и Леве хот-доги. Пирожки с курицей, которые. И все, в принципе, все. Так, все, запаковались, все сложили. Выезжаем. О, у нас машина почти чистая. И коврик еще вот сюда положили. Вот такая вот почти бесплатная закупочка получилась. Все, выезжаем домой. Чтобы можно вот так вниз. О, шикарно. Это будет выезжать при любом торможении. Жарко. У нас 85, хотя уже осень, в принципе, но ночью так самый раз прям погода. Что такое? Что так долго? Тележку откатываю. Все. Мы все. Едем. У нас барбекю вечером по плану. Мясо. Ну, я думаю, это снимать уже не буду, наверное. И просто посидим. Все в сборе. Лиза приехала, все в сборе, все дома. Посидим, пообщаемся. Сейчас они, кстати, ушли в бассейн. Только разговаривала с Левой. Он говорит, они, говорят, в бассейн все ушли. Он не пошел, а они все вчетвером пошли в бассейн. Ну, погода супер для бассейна, отличная. Девчонки, Лиза говорит, что немножко такая прохладная вода уже, такая уже не теплая, за ночь остывает. Но в целом прям отлично для бассейна, самый раз. В общем, все, поехали домой. Пока-пока. Пока-пока.